Выпал первый снег. Алиса у нас катает комочки. Он в виде сердечка. Он же какой большой, намотала уже. Все, уже, наверное, тяжелый комок-то. Уже, наверное, тяжелый комок-то. Не тяжелый? Вот Алиса довольная, что выпал снег. Чуть не укатился. Ты его зачем вниз-то катишь? Что из него делать будешь? Из этого комка? Что из него будешь делать? Снеговика? Да. Молодец, делай. Большого сделаешь? Да. Понятно, ну ладно, лепи. Больше, чем наша машина. А, ну лепи. Вот, смотрите, друзья, что у Алисы уже получилось. Вон, катаем. Уже третий шарик, да? Угу. Маленький. Ну, поменьше надо, да, чем этот? Давай, катай, катай. И потом еще мелить надо морковку. Морковку, да, надо. Но если морковку не найдем, сделаем из снега. Вот, посмотрите, какой снеговик получился у Алисы. Глазки, но... А вон камешки встань, вставь и вижу. Так, сейчас найдем камешки. На, один камешек. Так. И второй камешек. Вот такие глазки у него. Сейчас будем придумывать нос. Вот что у нас получилось. Вот. Вот у него ручки. Даже в шапке у нас снеговик. Да, морковка нашлась. И варежки. Что скажешь? Классно? Ну все, пока-пока.